Я в тюрьме! Я в тюрьме! Спасите меня! Помогите! Папа и дочки! Всем привет! Привет! Вы опять на канале Папа Дочки Геймс. И мы с Маргаритой продолжаем играть в игру, которая называется... Огонь и вода. Огонь и вода. И будем пытаться пройти следующие уровни, в которых я вообще никогда еще не был. Ты была? Я иногда была. Ну, попробуем. Давай тут. Верхний кристалл, да? Да. Все, приготовились. И... Что тут делать? О, меня ветром сдувает. Я ничего не могу сделать. Я бегу. Сейчас. Ребята, вы играете в эту игру? Я вот по вот этим штукам забраться не могу. О, все, я понял. Спасибо. У-у-у, я летающий огонь. Идем за мной. Здесь я не пройду, только понизу. А, я сорвался. Подожди, иди туда, плавай. Куда? Сюда иди, за мной иди. А, рычаг нажать надо? Да, нужно, это нас... фиолетовый. Лечу вверх. Доча, жди меня. Жди меня. Так. Нужно пройти и нажать тот рычаг. А тебе надо сейчас нажать белую кнопочку. Нажимай белую кнопочку. Я жду лифта. О, я поднимаюсь. Нажми кнопочку. Все, иди за кристалликами. Иди, поднимайся наверх. По лаве-то уже идти не надо. А я нажму белую кнопочку, чтобы ты могла пройти. Правильно. И еще один кристаллик. Молодец. Все, лифт вызывали? Все, едь. Ага, не допрыгнула. Даже не возмущается. Я ей лифт не даю, а она не возмущается. Вот такая вот Рита сегодня. Добрая, спокойная, да. Пошли в следующий тур. Давай тоже. Вот этот. Да. Я в тюрьме! Я в тюрьме! Спасите меня! Помогите! Я спасу. Что делать? Это невероятно! Я потерян! Помогите! Помогите! Выпустите меня!
Ну выпустите меня! Доча, ну выпусти! Ну выпусти, доча! Ты чё так долго меня не выпускала, а? Ты почему так долго меня не выпускала? Я тебя спрашиваю. Ты почему? Я тебя сейчас догоню. Сейчас получишь. Сейчас получишь. Сейчас я тебя догоню. Где ты, несносный ребенок? Куда ты делась? Сейчас я тебя догоню. А! Не могу запрыгнуть. Сейчас я тебя догоню. Сейчас. Ага, ага. Все, иди к синей кнопочке. Иди к синей кнопочке. А мне нужно нажать зеленую кнопочку. А чтобы попасть к зеленой кнопочке, мне надо, чтобы Рита открыла синий вот этот проход. Риточка, тебе с этой стороны поднимись, пожалуйста. Да, сейчас. Давай. Да не с этой стороны, Рит. Так я потом не пройду. Спасибо. Да. Я же воду не пройду. Давай забирайся, водичка. Давай. Сижу за решеткой в темнице. О, держим кнопочку. Зачем сюда пришла? Тебе нужно подняться к синей кнопочке. Не обидно. Андрюха, закрою дверь. Ну, молодец. Ну, наконец-то. Надо как можно быстрее уровни проходить. Ты так долго идешь. Нажимаем зеленую кнопочку. Надо синюю, нажми синюю. Я не добежал, я не успел. Снова бегу к зеленой кнопочке. Со всей силы бегу к зеленой кнопочке. Бегу, нажимай синюю. В смысле? А зачем ты туда зашла без меня-то? Как ты выйдешь? Чтобы ты вышла, мне нужно нажать зеленую кнопочку. А чтобы нажать зеленую кнопочку, мне надо, чтобы ты нажала синюю. Очень грустно. Очень, Риточка. А мне остается только... утопиться. Заново! Теперь действуем быстро и слаженно. Вперед! Так, в данный момент тебе нужно добраться до желтой кнопочки. Риточка, вот до вот этой кнопочки тебе нужно добраться, поэтому ты идешь не в ту сторону. А мне нужно кристаллы собирать. Ты кристаллы потом соберешь, когда будешь идти. Да? Да. Ну ладно. Что ж такое? Не туда собирать. Так долго будем проходить уровень. Нам надо быстро, чтобы добралась. Так. Нет, переведи обратно на воду. Ты зачем упала? Так, Риточке нужно нажать желтую кнопочку, чтобы я выбрался из этой дурацкой тюрьмы. Желтую кнопочку.
не могу выйти. Вышел из тюрьмы, ура! Так, теперь... Наконец-то можно нажать, забрать кристалл. Так, иди к синей кнопочке, поднимайся на самый верх. Когда я нажму зеленую, не заходи туда. Вдруг у меня не хватит времени добежать. Побежал. Побежал. Я должен успеть, не заходи туда без меня. Прыжок. Куда это я? Косяк. Залетел случайно, просто случайно. Придется все заново делать. Так, нажимаю. Побежал. Бегу. Бегу, несусь. Супер скорость. Эй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бегу. Бежим. Мы прошли. Все, Ритуль, на сегодня хватит. Почему так быстро? Мы могли бы еще третий уровень пройти. Еще третий уровень. Могли бы. Третий уровень. Давай в следующий раз. Давай. Да. Ну давай. Ну мы все. Мы могли бы пройти уровень, если бы не увидели. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, нажмите кнопочку подписаться. Все. Всем пока-пока.